Я снова всех приветствую, с вами Техномакс, это у нас, конечно же, таймшифт будет сегодня, потому что я, блин, не успеваю ни хрена, как вы понимаете. У меня сейчас очень мало времени, и как-то VR-ом я пока не занимаюсь. Тем более я там еще в транспозе не нашел решение головоломки, то я пока что лучше таймшифт допройти. Тем более осталось вроде как недолго, потому что ж ты не прыгаешь. Так, я что-то не понял. А, теперь вижу, что здесь есть. Вот оно, блин. Ё-моё, все проще оказалось. И сложнее одновременно, но что... Внимание, всем покинуть зону погрузки. Платформа в движении. Спрашивается, почему я не могу тупо взять с ящика перепрыгнуть. Но вот это уже идиотизм. Я не помню этого момента, но, блин, он очень тупой. А... В смысле? А, ну конечно. Тут все проще. Тут надо было не временем, а просто так. Ой, понаделают же, блин. Я знаю, что вон туда надо, где вот эти ящики, чтобы проникнуть внутрь. Вот замудрили, а, нахера вот этот ящик здесь тогда лежит? Он тупо сбивает с толку. Ладно, хрен бы с ним. Теперь сюда. Погрузочная зона, куда мы попадем. Ты офигел, что ли, козлина, блин? Какой косой автомат, господи, зачем вот этим косым сделали? Так, ага, ага. Обходы, переходы. Вроде бы посмотришь, везде местность уникальная, и при этом все такое похоже одно на другое. Какие-то заводы, погрузочные зоны, все одно и то же примерно. Тут понятно вообще, что делать, тут по трубам, вентиляция и поехали. Новое задание. Как думаешь, во всей этой болтовне повстанцев есть хоть слово правды? А, ты про этих, про повстанцев. Да, может быть. Да, кое-что я слышал. Похоже, у них все серьезно. Стелс. Все по стелсу, тихо. Минус. Так, где там последний был? Вот он последний был. А, это был не последний, нифига. Э! Тебе там хорошо сидится, блин, а гранату не хочешь? Как мне нравится вот это вот делать. Чё, помог щит, да? Я вот думаю, не помог. А ты куда собрался, дебил? Да пошел ты, а. Вот это вообще офигеть. Это по-нашему. Все, сейчас разнесем им тут нафиг. Чтобы оружие не производили. И супер-пупер солдат своих. Ну прикольно, здесь хотя бы территория открыта, вот этот заводской склад. Ух.
О, снайперка, которую я что-то не видел давненько, но я ее пропустил там в прошлой серии, она там была. Честно говоря, блин, хочется уже снайперкой попользоваться. Винтовка Эхо. 4 патрона, 20 в запасе. Ну, ничего, нормально. Мне хочется просто уже попользоваться чем-то, кроме арбалета. Минус. 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 Я сказал, минусись давай, козел. Блин, как же прицел тут долго срабатывает, бля. Все взорвать, все сломать. А теперь за патронами, бля. Но автомат стоит оставить. У него есть подствольник. Гранатомет это чисто против крупных целей. Тоже хорошо бы оставить. То есть, в принципе, сейчас набор оружия такой. Стандартно-универсальный. Автомат это чисто ближняя средняя дистанция. Гранатомет по тяжелым целям. И, в общем-то, снайперка дальнобойная. Все. Сдохните, блин. Давай. Беги на ракету. Бегун, бля. Или это не бегун? Это бегун. Не, вот это не бегун, а вот там бегун. Далеко собрался? Не добежал. А вы меня заебали. Лезут и лезут, блядь, как из рога изобилия. А, да, так бы не попадаю без прицела. Офигенно, что я могу сказать. Не, ну, в принципе, да. Вот здесь вот все это выглядит прикольно. Улица именно. Тут фонари, вот эти заводы, освещение. Вот заводской двор классный. Тут ничего не могу сказать. А там специальный мостик, откуда сейчас ассасин, наверное, прыгнет. Прыжок веры сделаю. Обосвать. Новое задание. Минус 4. Красиво, блин. А, черт. Блядь, не тем стрельнул. Да ядрить нахер. Заебете, блядь. На. Как квейк, блядь. Рокет джамп тебе в задницу, блин, засранец. Патроны на снайперку кончились. Это вот один минус у нее. Мало боезапаса. Ну, можно сейчас пополнить. Хэдшот. Хэдшот. Был бы прицел здесь,
не такой медленный, а моментально так жинк приблизил. Или просто переключался бы на прицел, было бы проще. Вот это вот ждать, пока он нормально, блин, приблизит. А то, ну серьезно, вот что есть, что нет прицела, почти что. Там лес какой-то даже на заднем фоне. Ну, котельная, понятно, трубы этих. Типичные такие. А, ну да. Тут сильно в обход надо идти. Я что-то как-то и забыл, что здесь все сделано так, чтобы подольше идти. Хотя, по сути, ничего такого. Серьезно, ты выжил? Серьезно? Вот это пиздец, заебут. Че же вы живучие-то такие твари? Я прям в вас стреляю, блин. Под ноги. До свидания. Хедшот. А, вон ты где, скотина, блин, сидишь. Минус. Выкурим. Да, блядь, не проехать, не пройти. А, да? Прикольно. Стекло у нас тут пули непробиваемое. Это все неплохо, а тут боезапас. Есть вообще ящик или он был только там за забором? Вижу тебя, мы на грузовике. Открывай ворота, скорее. Панель 2 не включена. Отмена операции. Надо открыть ворота, живее, солдат. Да я прям вот, видишь, время аж, блин, останавливаю, чтобы быстрее. Новое задание. Ворота открываются. Отлично. Так, своих впустили. Приближается источник угрозы. Осторожно, берегись. Опять эта падла, которую задолбаешься сносить. Черт, промазал. В укрытие, в укрытие. Черт побери, хватай гранатомет, сбей его. А, блин, я стараюсь. Нужны боеприпасы, срочно. Блядь, грузовик разорвали нафиг. Ага, ага. Он далеко пока что летает. Вот сейчас приблизится, можно будет обстрелять его. Ой, бля. Так, надо спускаться обратно, видимо. Хотя, подождите, тут же есть пулеметы, да? Ага. Маневрируй, падла, а то собью. Блин, как это все вымораживает. Ладно. Боеприпасы. Это опять вниз нужно спускаться, что ли? Все прикольно, хотя и не очень. Вот он херачит, блин.
А как мне вообще боеприпасы-то взять? Они же с той стороны остались, у меня на гранатомет больше нет нихера. За домом где-то летает, за зданием. Главное, чтобы он ближе подлетел, чтоб не промазать. Да неужели, блядь, все ракеты потратил? Ага, давай, вот так. Опять они, найди взрывчатку и взорви ворота. Хостайлы, блин. А где взрывчатка была? А, интересно, мне что, внутрь идти? То есть мне вот эти... А, мне вот эти ворота нужно подорвать. Умри, блядь. Давайте, парни, живее. Обнаружено взрывчатые вещества. Да, вот оно. У них прям взрывчатка здесь лежит на каждом углу. Как кофейный аппарат. Мы теряем время, взрывая ворота. Ну, блядь, что так торопишься-то? Не надо торопиться, умереть всегда успеешь. Торопится он. 2 секунды дается, кстати. Блок 2. Давай, давай, живее! Кстати, гранатомет-то у меня кончился. Я вот и думаю. Сбросить его или гранатомет все-таки оставить? Ладно. Тогда нужен, парень, давай скорее. Газовые баллоны на каждом углу. Бочки красные стоят тоже. Ага. Здание администрации какое-то, что ли? Чего ты ждешь? Черт, планер даже не погрузили на дирижабль. Дэниелс, нам придется самим грузить его на поезд. Ладно, прикрой меня. Эй, ты куда? Здесь чужой, включай! Нет, нет! Внимание, запуск турбины. Всем сотрудникам покинуть тоннель. Сволочи. Пора пустить в ход этот скафандр. Попробуй пройти тоннель и отключить турбину. Давай, скорее. Возможен корректирующий сдвиг. Ну, то есть время отматывается назад. И все должно быть хорошо. Правда напоминает сцену из одного фильма с Джеки Чаном. Доспехи Бога назывался. А, корректирующий сдвиг. Сейчас мы упремся в стеночку, чтобы нас туда не засосало. Эх, бля. Точно. Мне пиздец. Козел, блядь, у меня вот так уже пердак горит от тебя, блядь. Давай быстрее, раскомандовался. И так нихера не получается, он стоит еще на мозги, блядь, давит. Так. Это надо как-то... Вот так сделать, видимо, и вот так. О, наконец-то, блядь, прошел. Я... Тут нужно было правильную траекторию выбрать. Ой, кошмар. Stand clear of the tunnel area.
прошел раза с пятого где-то, блин, по правильной траектории нужно было бежать. Арбалет опять. Не, сильно медленные болты у него этого арбалета. Так, что по боезапасу? Снайперка есть еще. А вот пистолет почти кончился. Ладно, возьму эту чушню. О, да. Бегал тут, блядь, как дебил. Вот она, дверь. Тут все сливается. Двери, не двери, блин. Да, опять. Детектор, ресурсы всякие, ресурсы, блядь. Блядь, нестабильное все. Переждем. О, парш. Бля, нестабильная структура. Сейчас надо как-то ее обойти. Бля, сколько проблем из-за одной включенной турбины? Выключится нахуй. Внимание, турбина остановлена. Доступ в тоннель разрешен. Отлично, мы входим. Нужно погрузить планер на машину, чтобы доставить в ангар к дирижаблю. Давай, грузи планер, без него у нас ничего не выйдет. Заебали меня гонять, блин, как мальчика на побегушках, вот реально. Всех убили, турбину остановили, но они хоть сами бы что-нибудь сделали, не? А, это... блядь, откройте. И бесполезные напарники в этих играх, нафиг их сделают только. Да, компания у вас такая сейчас будет, что мало не покажется. Да гружу, блядь. Внимание, идет загрузка планера. Всем освободить площадку. Прекрасно, теперь открой дверь ангара. Зал управления на первом этаже. Блядь, как они меня заебали. Тупые хомячки с автоматами. Ну, хотя бы не мешаются под ногами. Гайс, у вас траблы. В чем проблема? Спускайся вниз, открой ворота ангара. Зон, как он меня бесит, блин. Будьте осторожны, открываются ворота шлюза. Планер покидает тоннель. Идет погрузка планера. Встречайте нас у ворот. Захватим дирижабль. Новое задание. Захватите планер и найдите повстанцев. Пиздец. А куда они ушли-то, что их искать надо? И... как мне... к ним попасть.
А, я же ворота открыл, точно. Вон они, придурки. Я вот это вот предпочту повзрывать, чуваки. Вы извините, но... Как-то вот я не хочу, чтобы меня потом кто-то вот так взорвал. Когда я буду возле этих бочек бегать. Так, пистолет почти пустой. Этот вообще пустой. Пока что мы целы, но опасность еще не миновала. Есть, сэр. Раздобудем дирижабль. Давай на поезд, надо выбираться отсюда. Ух ты, они молодцы такие. Расставили новые баллоны, я смотрю. Чтобы если нас будут догонять, то чтобы можно было отстреляться как-то. Нет, я, конечно, залезу на поезд, но для начала нужно посмотреть по оружию. То есть в ящиках лежит. А в ящиках вот эта фигня и базука, которую я возьму. Ну вот, опять стандартный хороший набор. Заебали командовать, а. Внимание, открываются ворота шлюза. Ну вот не надо нам опять вертолеты, блядь. Только избавились от одного. Эй, какого дьявола? Повстанцы, вызывай подкрепление. А, ну да, и мы еще остановились так четко. И отбиваться, конечно, мне. Снайперка закончилась. Может, патроны есть где-то, если поискать аккуратно. У, а их там дохера. Охуенно. Ну а на этом мы пока закончим. Всем спасибо за внимание. С вами был Техномакс, это был Таймшифт. И всем до новых встреч. Всем пока.